Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня хочу рассказать вам о новом сорте, который мы выводим в нашем питомнике. Это плосковеточник восточный Зибольда. Вот пошла мутация, видите, белые побеги, очень красивые. Вот это все обрежется, ну, когда подрастет вот этот сеянец. Он подрастет и будет у нас новый сорт. Вот внутри там можно видеть, там белые побеги все. Посмотрим, как он перенесет зиму, стоит на солнце. Ну, прошлую зиму они погибли, но я буду смотреть в эту зиму. Посмотрим, может быть, чем взрослее, тем лучше растение будет, конечно. Поэтому сейчас будем разбираться и смотреть. То есть ждать нужно. А потом, когда этот побег наберет довольно-таки хорошую силу и мощь, мы начнем его черенковать. Черенковать будем, я думаю, выведем все равно. Если белую тую сделаем, то я думаю, она будет очень красивая. Ну, белая, я думаю, не получится, а вот бело-зеленая — это однозначно, потому что такое чудо у меня в первый раз в практике. И что ж, надо придумать название. Если вы подскажете нам, мне, то я буду не против. Интересная туя развивается очень хорошо. Я нашел его среди сеянцев. Сейчас он подросток, ему уже 5 лет. Но это ожог просто. Да, это ожог. А вот там вот все белое. Белый, удивительно, даже не желтый, а белый. Ну, чуть-чуть желтоватое, а более белое такое. И туя прекрасно себя чувствует. Ну, будем смотреть, зиму наблюдать, а потом дорастим его. Я думаю, его пересадить. Вот тут елочка у нас растет. Пересадить и черенковать с него действительно сорта. Это происходит из-за того, что вот будет новый сорт. Это происходит из-за того, что когда сеешь семена, ну, появляется мутация. И появляется новый сорт. То есть все сорта из семян, как бы вы ни говорили, черенок, прививка. То есть они получаются в результате или мутации, или сразу он идет, например, из семени. Ну, в основном это мутация. Ну, вот здесь он вообще белый. Сейчас она ведет резкость. Вот, видите? Прекрасно будет туя. Если белая туя, я даже не знаю, как ее назвать. И поэтому, ну, пока что еще рано говорить о названии. Но дело в том, что когда я выращу ее и зачеренкую первый побег, то есть будем уже смотреть, какая она будет. То есть это очень много времени надо для того, чтобы ее начать черенковать и появился действительно сорт. Очень красивый сорт будет, скорее всего. Но почему-то они растут только снизу, вот этот побег только дал. В принципе, его уже можно вот так оторвать и зачеренковать, но я еще побаиваюсь. Вон там вот, если видите, можно видеть. Вот видите, белый побег там пошел. Ну, я не знаю, просто для меня это чудо, конечно. Бережем пока, еще пару лет подождем, посмотрим, что из него выйдет и какой он будет. А там уже, конечно же,
скорее всего, я обрежу вот эти зеленые. Здесь много зеленых. Вся зеленая она. А мне охота, чтобы были белых побольше. Ну, вот поэтому я, скорее всего, следующую весну зеленые побеги обрежу. Ну, посмотрим, как она выдержит, как она пройдет испытание зимой, ветром, солнцем. Тут как раз солнечная сторона, холод, зима. И дальше видно будет. Вот такое у нас чудо растет. Спасибо.